Розпочинаємо концерт «Звук і душа» та запрошуємо на сцену лауреата міжнародних конкурсів, струнний квартет Національної філармонії України «Каприз класік». Thank you.
вечера с распущенными косами идет к ручью за чистой водой. Пока он мучится, пока пытается найти ответ на быть или не быть. А девочка с кувшином возвращается, молча нам протягивает руки. Thank you.
живете? Как ваши дела? Странно. Мне кажется, вы не знакомы. Кто вы? Скажите, за кем я гналась? Сердцем надежду волоча, как камень. Странно, но жгучая жажда о вас не удаляется вами. Thank you.
таке з мою подругу Маргариту Черненко зустрічаю. І слово в музику вернісь, які слова у Святому Дождаму сьогодні, коли більше підходять к нашому вечору. Родина слова в музиці. Де родина у музики? Наверное, в раю. Но когда-то и музыка, и поэзия были едины. Потом расстались, пошли по своим земным путям, как старые друзья всегда держали друг друга в поле внимания. Вот сегодня такой прекрасный вечер, когда старые друзья встречаются, когда звуки музыки становятся понятными в душе, когда поэзия продолжает музыку, а музыка продолжает говорить, подарить свои книги дорогим подругам, законченность играть, когда прекрасное навечно, к чему дорогу измерять одной лишь станцией, конечной. Остановись на полпути, не дочитав одной страницы, и, если хочется, уйди, не бойся с кем-то не проститься. И пусть загадочность лица тебя заманивает вечность. Не бойся не узнать конца, когда ты видел бесконечность. Наш национальный филармоник.